Корона продолжает нагнетать и испытывать. Обстановка по миру так себе. Зараза во всех странах Европы. ООН боится мировой голодовки. На планете более 2 600 000 больных. Официально подсчитано, от ковида умерло 0,002% населения Земли. Но ВОЗ и ныне там, где пандемия распространяется. Всемирная организация здравоохранения заявляет, эпидемия далека от финиша. Вирус к нам надолго. Рискует тотальная часть населения по всему миру. В странах Западной Европы ситуация стабилизируется. Надолго ли? Тревожный прирост заражений в Африке, Восточной Европе, Южной и Центральной Америке. Закопать топор войны с ковидом у США никак не получается. Вышли на плато. Дональд Трамп иммигрантам отрезал. Осторожно, двери закрываются. Короне законы не писаны. Из-за пандемии освобождаются боссы мафии. Из тюрьмы под домашний арест перевели троих итальянских мафиози. Вирус не щадит ни людей, ни зверей. В зоопарке Нью-Йорка заразились тигры и львы. Кашель, но животные быстро идут на поправку. Звериный ритуал в Испании в этом году нарушен. С ковидом без кориды. Более 1000 быков вирус от смерти спас. Пандемия грозит сократить продолжительность жизни в России. Там уже больше 60 тысяч инфицированных. В России и других лабораториях колдуют над вакциной. Страны придумают испытания ковиду, прививку, с которой вирус не сможет справиться.